Всем доброе время суток, и как вы уже все поняли по названию видео, сегодня я иду на заключительный тур казахстанского чемпионата КПЛ, 26-й тур чемпионата Казахстана. Матч будет проходить между нашим любимым командой Актобе и Хайратом. В принципе, если мы выигрываем этот матч и Астана делает осечку в матче с Шахтером, то мы забираем чемпионство. Верим в чемпионство Актобе, надеемся на победу, ждем больше интересных моментов и, конечно же, голов от футбольного клуба Актобе. Я, в свою очередь, постараюсь снять для вас влог с матча, интересных моментов побольше, ну и всего самого интересного, что будет проходить на поле. Всем приятного просмотра, я начинаю. Люди потихоньку собираются на стадионе. Как я сегодня понял, сегодня у нас будет аншлаг, билетов, в принципе, вообще нету. Также интересный момент этого матча, это то, что 13-й сектор сегодня оделся в белых комбинезонах, так что будет какой-то интересный перформанс в исполнении наших болельщиков, который я обязательно вам покажу. Игроки разминаются, скоро начнется матч. Привет, братишка, как? Хорошо, отлично. Команды выходят на поле. Желаем победы футбольному клубу Актобе. Сегодня у нас, как всегда, аншлаг. Матч начался. Болельщики активно поддерживают нашу команду. Небольшая потасовка на поле.
Алибек, Алибек, давай, давай! Ахтубе забивает очень важный гол, счет 2-1, ага, Ахтубе. Стадион ребят! 3-1, 3-1. Шина буквально за 3 минуты оформляет дубль. Ахтубе, счет 3-1. Первый тайм завершен, счет 3-1. Ахтубе, мы выигрываем этот важный первый тайм. Надеемся, что во втором мы сохраним свое преимущество. Ну, по крайней мере, если не сохраним, то его укрепим. Ахтубе. Ребята, давайте. Нам нужна победа. Игроки разминаются, кто-то из них, возможно, появится на поле. Наши болельщики просто молодцы. Ахтубе лишний раз убеждаюсь в столице футбола. Идет 72 минута матча, счет 4-1, ага, Ахтубе. Тут у нас знаменитый кондитер города Ахтубе. Даурен приготовил торт в честь медали футбольного клуба Ахтубе. Очень большой торт. Так, его несут. Ага, один вопрос. Сколько готовили данный торт? Один день. Один день. Мастер, мастер. Хорошо. Давай, 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 пас, пас, забегай. Навес! Жупа, давай, красавчик! Красава! Красава! Блядь! Ахтубе побеждает в матче, счет 4-1. Параллельный матч, где, в принципе, решалось чемпионство, Астана с двух пенальти обыграла Шахтер, где был также незасчитан гол Шахтера, как мне доложили. Там в параллельной свете счет завершился 3-2. Таким образом, Ахтубе занимает второе место в КПЛ. Ну, для Ахтубе, я думаю, всегда будем столицей футбола, и в этом розыгрыше чемпионата в любом случае победили. Мы народные чемпионы. Thank you.
плане тебе сомкаться, если нужно Владимирович, удачи! Не-не, а что, все разрезаем? Может, да, может, да, рядом, да. Шама, возьми, шама. Да куда, вы что траетесь? Нет, передайте детям, 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 дайте. И баритаткой можно сделать. Да, все, все остальные желающие, подходим, подходим. Дети, все. Давай детей кормите, детей. На. Большое, тоже всех присоединяюсь, поздравляю всех, потому что для нас было очень важно закончить сезон именно с победой, скажем так, выиграть на домашнем стадионе, отблагодарить наших болельщиков, которые весь год нас очень яро поддерживали, им огромное спасибо. Также хотел бы сказать огромное спасибо ребятам, команде именно, вот, за то, что за это время, которое мы вместе работали. Вот, я считаю, что достигнута определенная цель, вот, это Еврокубки. Понятно, что хотелось большего, но я думаю, что нужно радоваться и той ситуации, которая есть сейчас. Вот. Если касаемо матча, конечно, матч получился непростой из-за погодных условий, из-за качества поля, но в целом я думаю, что был достаточно качественный футбол, по крайней мере, с нашей стороны. Вот, забили хорошие мячи, тем самым порадовали, опять же, публику, болельщиков. Вот. Ну и нужно признать, что соперник был достаточно мотивированный. Они решали свои задачи, хотели попасть в тройку. Вот, и тем, скажем так, приятнее для нас победа. Да, в первую очередь я хотел бы поздравить всех с сегодняшней победой. Если честно, очень радостно, да, потому что несмотря на плохую погоду, да, на холод, стадион собирается полный, билетов не хватает. Люди звонят и за день, в день игры интересуются. Это говорит о многом, это говорит о том, что футбол здесь любят, здесь бешеная поддержка. Ребята это все понимают и со своей стороны, я думаю, мы все вместе стараемся делать. Да, в этом году мы заняли второе место сейчас, да, серебряные медали. Если говорить про весь сезон, я думаю, сейчас не имеет смысла, это надо чуть-чуть подождать, когда все переварится, потому что в течение сезона разные моменты были. Когда мы были на восьмом месте, да, я думаю, о втором бы могли мечтать, да. Когда мы шли с июня на первом месте, да, второе это уже не годится, я согласен, как бы в этом. Поэтому хотелось бы поблагодарить в первую очередь болельщиков наших. Я думаю, это самые лучшие болельщики в Казахстане. Вот. Всех с победой. И самое главное, что спустя лет мы снова привозим Еврокубки в октябре. Я думаю, это самое главное. Спасибо.